Любой садовод и дачник знает, что осень – напряженная пора. И если вы хотите, чтобы следующей весной дача была готова к новому урожайному сезону, придется приложить усилия. Сегодня мы расскажем, как позаботиться о собранном урожае и каким образом сохранить садовую мебель до следующего лета. Основная садово-огородная работа осенью – это сбор овощей. Кабачки, цукини и капусту перед тем, как убрать зимовать, уложите в полиэтиленовый пакет, выпустив воздух, обернув перед этим плотной бумагой. Морковь, укладывая в ящики для хранения, каждый слой необходимо присыпать смесью мела и песка. Осенью пришла пора позаботиться о садовом инвентаре и декоре. Подготовьте для зимнего хранения садовую мебель, фигуры и малые архитектурные формы. Врагом скульптур для сада и фонтанов являются резкие перепады температур и влага, поэтому необходимо перенести их под крышу, то есть спрятать от осадков или укрыть на месте. При этом можно соорудить деревянный короб или натянуть каркас из укрывного материала. Садовую мебель можно укрыть конструкцией из поликарбоната. Как же быть с зелеными насаждениями или топиарии? Их укрывают прямо в саду, предварительно обмотав контейнер специальным материалом для теплоизоляции. В нашем интернет-магазине представлены декоративные укрывные колпаки, которые могут защитить хвойные растения, виноград или розы от воздействия окружающей среды в холодный период времени. Куда сложить овощи и фрукты? Для этого мы предлагаем деревянные катки и ящики для бережного и долговечного хранения собранного урожая. Проходите на наш сайт и знакомьтесь с ассортиментом. И не забудьте подписаться на наш канал,